пошел все-таки снег у нас. Обещают до минус 9. Может, так и будет. Первоцветы цветут красиво. Было плюс 15. Теперь будет минус 9. Вот такая вот у нас погода. Иду по улице, по нашей центральной, в селе. Была в Пятерочке сейчас у нас. Сахара нет. В общем, ну, может, подвезут, конечно. Иду, наслаждаюсь зимней природой, нашей погодой. Что хочется пожелать всем добра и мирного неба над головой.